Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на планшете Nokia T20 можно изменить дату и время. Заходим в настройки. Далее переходим в пункт «Система», «Дата и время». Отключаем использование часового пояса и времени из сети. И теперь можем изменить спокойно дату. Также изменить время. И изменить часовой пояс. Возвращаемся. Как видите, время изменилось. Если мы хотим, чтобы оно снова стало на свое место, вернулось, собственно, время, включаем использовать время сети и часовой пояс сети. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!